Ну чё там, блин? Тебя ждем. Бегдем чай пошел наливать. Жрите рыбу, пьем сапроты. Есть у кого дживс, продать барахло. Я поставлю. Он стоит. Блять, пиздец, выпало всякой хуйни нах. А, Войт, я в во вторник уйду с РТ в 7 часов. Просто вот это водить за, ну, 3 не надо выбить с каргер. Я просто заговорился с кем, а не с 7 часов. На оперу? Да-да-да, на оперу. Надо в оперу тоже сходить. Я в пятницу с женой уезжаю в Майами, бля. Меня не будет до среды, наверное, где-то. Ты в Америке, что ли? Америке, что ли? Отпуск. У нее отпуск, решили съездить отдохнуть. Блять, Майами это какое побережье, блядь, слева или справа? Южное, по-любому. В смысле, слева или справа? Ну океан там какой, блядь, Атлантический? Ну, кого мы ждем? Тебя. Сапрот, да? Сапрот? Сапрот. Ой, ну давайте обмен. Да ебаные, блять, сука. Кому еще надо сапрот? Так, я ж выносим. Не стакаем. Не стакаем. У остальных у всех а где не бьем и не хилим, короче, да? Да, да. А где мы вайпнулись? Я не помню. Мы? Мне вроде еще не вайпались. На профе один раз так. А, на... не, на профе не было. А, ну не было, мы без вайпов идем. Синдрагосу за эвейдили. Че, 48, 50, 50. А, ну да, это Синдрагосу за эвейдили же. Да. Пиздец. Пиздец, все. Но у меня почему-то показано два трая профа. Бля, кинула, сука. Вот столько, шесть. Беги, малышка, беги! Никто не уцелеет. Два поля. Блин, за и один там... звездочку, другой в кругляшок, блять, куда вы туда? Уже поздно. Следующий раз поставь. Стоп, урон. Слева далеко. Дохера. Центр. И четвертая, последняя. Справа далеко. Серию надо? Да, давай. Ой, ой, ой. Аккуратнее, на пол-то нету, блядь. Кое-кто там, там нажал, пос. Это таунт был, но это не на пол. Two, one.
Испугались? Нет, обосрался. Резай его. Вставай, Плутон. Питон. Питон все. Звезда, кругляшок? Да, добавили. Да. Чтоб танку было ближе бежать, когда он босс выбирает. Пиздец, еще вылетел он, оказывается. Сука, еще. На, и похуй, короче. Да, он, наверное, по привычке дух отпустил, наверное, или нет? Нет, он вылетел. Под ветер, блядь, такая мясная происходит. Вылеты, блядь, лаги. Это как раз на Синдрее на Личе такая хуйня начинается. До этого нормально. Кто-то нам хочет запороть весь проход, да? Бера нету, нахуй. Так что бьем так. Да там бьем. Бля, да она заебала. Чё она постоянно на меня кидает? Вам музыку включи, чтоб не было скучно. Да не, нам нормально все. Заебала, что ли, там, блядь, откидывает. Так ты ближе к ебалу стой, к локтю. Точнее, дальше от локтя. Дальше от локтя, ближе к локтю. Понял, да, короче? Подальше от хвоста. Там радиус, блядь, 30 метров. Как не 35, блядь. Нам не учили. Сука, взлетка, да? 5 секунд. Я понял. Без ДД. Не страшно, сейчас сразу переедем. Это нормально. Плюс-минус. Сейчас дальше. Ой. И четвертая, последняя. Не бейте, блин. Блин, в глуби так быстро время идет. Стерею надо? Да. Да, давай. Привет. Стайки сбрасываем. Звезду и сразу разбить. Забрал. Шалфир. Показывает притяжка, стоим, ждем. Защитите. Чего вы взрываете? Не стакайте на второй фазе никогда. Ждем сейчас. Сейчас в сторону глыба будет, или сюда под босс? Вот сюда же. Все, вот после притяжки разобьем. Я после притяжки иду пенять, следующий... Разбивайте глыбу, разбивайте зерга. Следующую звезду шепт. Отойдите от равника, сейчас он отобьет. Ну отходите, кто там, не стойте втроем. Все, разбивайте сразу хила. Ты хила заморозил? Это хил с меткой выходил. Следующую звезду и сразу сбить. Вы будете бить, сука, глыбы или нет? И стаки скидываете за ней, иначе вы, ну, вайпнетесь. Уходи. Сразу разбивайте эту метку звезде. Сначала метка, потом босс. Что, забыли? Вот разбили. Следующую опять. На мне вот. Я хотел менять пойти. Сразу меня разбиваете и потом босс. Тяжко будет на следующей уже глыбе.
Ну и после него уже там следующую звезду и не бить будет тяжко. Крыла. Люди скидываем. Не бьем, будет притяжка. Но когда притяжка кончится, ее надо разбить. Подбивайте до половины и все, стопайте, стопайте камень. Вот. После притяжки разобьете. Потом Герут будем давать или нет? Нет, еще давай еще поставим. Звезду и сразу разбить, друида. Уходи. Так, ухожу. Сразу разбить друида. Ну и давай Геру, и давай все остальные в сторону фул ДПС. 4 ляма, не знаю, справимся, нет? В сторону сейчас относи, кто там. Ай, блядь. Разбейте лучше, наверное. РДДшники разобьете его, я за ним скину. Бля, не заморозь его. Пиздец, ты как бык бежишь. На ХП давай, Шелфир. Я скинул, пойду, Хрудринка сменю. Да? Ладно, бейте. Освобожденка да, нахер. Это, походу, походу, блядь, надо скидывать. Три ляма, да. Нет одного ДД, блять. Это еще один ДД. Разбивайте, который... разбивайте метки, нахуй. Мы так не убьем. Разбивайте эту и вторую разбивайте. Пикдем освобождайте. Ставьте следующую звезду, будет притяжка. Полюдринг в центре. Мы не убиваем, блять. Дал незыбку на всех. Стоим, скидываем, мы так не убьем. Нихуя не зазергать, так что про зерг можете забыть. После притяжки разобьете. После притяжки освобождаете танка. И следующую еще звезду ставьте. Хулидринг идет менять. Следующую звезду. И сразу разбить. Вот так поковыряем потихоньку. Сразу разбивайте. Да, его главное ковыряйте, потому что наличники убить особо не могут. Так, я не скинул. Еще буду ждать. Давай. Я стою опять. Минуту, минуту до берсы. Да нормально, успеваем. Ну сейчас. Давай, но эту разбивайте. В сторону? Да, давай в сторону и добиваем. На притяжке еще время есть. Добивайте полтора ляма. У меня ни зыбки нет, есть еще массакры там все включать. В сторону. Ну куда ты милика заморозишь? Добивайте. Вот сейчас еще склеп на кого-то прилетит. 700 тысяч. На кого там? На Шектора, блядь. Ну дай массакру там напоследок. Бабл прожми. Да нет, я до этого сдавал. Фильте, блядь, там. Браво. На все похуй. Это, Валик, только не сагрите, когда будете мешать, блядь. О, ладно. А теперь давайте лича с первого пула. Слава пула, по-моему, штанов нет. Но... Надо кому-то эти тапки. Все берут с ТТГ. Ну да. Давай на расход. Так, это тебе на Энха. Шестая. А это что, крита РП, шея могильная. Надо кому-то? Вот коту. Рассылки, да. Коту надо, у него шкот есть. Че, притон там зайдет, нет? Или что? Или все, расход? А, он прилогается. Так, Валька летит, внимание. Не спульте Вальку. Она к нам летит, да? Или от нас? А, нет, от нас. К вам две. Не знаю, я пробегаю. А, вы еще не прошли? Да, сколько? 48 попыток, да? Начнем, не пишет, да? Попытки. Начнем везде. Да, мне пока тоже запишут. Ну, погнали, блядь. Ну что, народ, погнали. По какой тактике мы так же в 3 хила или в 2? Мы треугольником шли, да? Да. Слушай, насчет хилов я не помню, блядь. И ДД сколько у нас было? Два хила, остальные все. Ну давай. По какой мы там били, блядь? Треугольником, да, вели? Угу. Короче, милики здесь. Наша линия идет через... Вот так. РДДшники там стартуют. С ромбика. И их линия идет через треугольник. Вот. Это самое, что я хотел пиздануть. Вот тут, когда
когда будем доходить до сюда, до края, ты, короче, из Луны, из портала пойдешь в Holy Drink. Ты сейчас протопал, да? Или что, или сразу рарника спекнуть? Как думаете? Сразу рарника спекаем, блядь. Спекайся рарник. Holy Drink, он будет улетать, пока дальше спекнуть. Меняйтесь, вот. Меняйтесь спеками. Ты, короче, у тебя есть ассист там, нет? Вот тебе ассист. Бля, у тебя ДБМ сейчас за лупу всякую писать будет. Не надо ассиста, блядь, давай я сейчас игру ДБМ за лупу начну всякую показывать. После наших ассиста. Короче, здесь... Вот тебе квадрат. Вводишь этого людринка. Короче, вот тут. Вот тут. Этот самый рарник. Смотри, ты когда до портала дойдешь, и уже лича будет ближе к 70, ты в сторону квадрата трэш этого ди, а рейд в сторону... вместе с лечом пойдет в сторону это, в сторону креста сюда. Типа мы рокировочку сделаем. То есть те, кто из кружка шли, милики, они с лечом пойдут к РДД зоне, которая вдоль ромбика и треугольника идет сюда, в крест. А танк с трэшем в квадрат. Ну это условно, не обязательно в эти метки, блять, а условно в направлении вам. Ну все, первая фаза хуйня, вторая фаза хуйня, третья фаза хуйня. Так что, блядь, рыбу надо? А. В итоге Ильич убегает, да, блядь, это. На самом деле сложно, что я не главное. Нихуя сложного нет. Друид в курсе же, да, здесь что делать? А, это же друид, который с этого, с циркуля, да? Да. Да, по-любому в курсе, он же Геры там, там циркуля, блядь. Там только что урона меньше лутается. Ну, слушай, я не знаю, как по отхилу будет без ДЦшника. Блядь. Нормально будет, блядь. Это прям стресс-тест для друида и хэпала. Ну не знаю, типа, если, короче, смотрите, если заражение, если схватит хэпала или друида валька, это значит надо помогать Хэла сразу цепухами, помогаешь заражение захилить. Присты тоже не стремайтесь, щитки кидать там всю хуйню, потому что один хил не прохилит заражение. Пару массов дайте, бабух. Так, РДДшники, да. Вам надо вам путеводную звезду, ну вот. Врог дадим. На шалфира смотри, короче, пэса, шалфир и притон, смотрите, не залагайте там. Друид, ты не там ставишь. Тебе в ранг. Запускаю. Какая разница, сколько мы... Чё от этого изменится, что... Да пускай мы стоит. Сосед... Пускай стоит, похую. Короче, к рарнику, да, вести? Да, Гера спула. Возле босса не стоять там никому, кроме танков. А то, бля, один рога уже сдох однажды. Чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. За то, что замучил и погубил десятки тысяч. Сука, а у нас КД Гера, нахуй, 3 минуты. В рот ее ебать. Сука. Потом еще. Без Гера бьем туда. На второй тогда дадим, хули. Че, 17, говоришь, да, минут берса? 17,5, или 17, что такое? Ну... В атаку. Хорошенько. На пул хорошенько даем. Так, он до лаки. Пошли, ловушка 2 секунды, готовимся. Ловушка на миликах. Пробегаем. Дальше бьем. Чума с ловушкой 1 секунда. Смотрим, на ком ловушка. Ловушка на миликах, чума от же. Испыл его. Все. Молодец. Ну, для того, чтобы, если кинется ловушка на меня. Вот видишь? Понял, да? РДД, смещайтесь. Понял ответ на вопрос на свой? Нет. Блять. Я не буду тебе, ну, доказывать, почему так лучше. Потому что если я лицом к обрыву его поставлю к порталу, вот ты будешь бежать через ловушку, которую я разобью. И я так буду бежать через ловушку, которую ты разольешь. Нет,
Так, ты бежишь. Я стою за боссом. Ты бежишь параллельно. Со мной мы с тобой стоим параллельно. Ты бежишь. То же самое, что если бы ловушка на тебе была. А не перед тобой. Не на твоем движении, не на твоем пути. Вот сейчас челик улетит в ловушке. Молодец, притон нахуй. Друид сразу притона ресы. Вот сейчас ловушка и в РДД пойдем. Только в ловушку не забегите. Вот. Рарник еще на край в квадрат заводи. Нет, стой, стой. Куда ты там? Квадрат заводи, мы к РДД двигаемся. И... Да на квадрат, не поворачивай на нас, блядь. Захиливай, теряй. Вот, ловушка, пробегай через нее. Что там у него процентаж? Еще 5%. Нихуя. Это притон сдохший не дамажил. Сейчас смотрим, где ловушка. На миликах. Отходим оттуда. Сейчас лич отойдет. Шаркарь. Шаркарь, шаркарь. Чему здесь спалил, да, Ся? Пиздец, а как так? Вот так вот. Отбегаем. Блин, а чё вы? Сука. Ладно, спрыгивайте. А чё долго переводит? А чё так долго переводит? Спрыгивайте. Потому что нету гера, и один ДД лежит мертв. А. Да и у Хэлла ДПСа мало. Так что надо что-то менять. ДПС залупа полная. Да они чуть-чуть задерживаются. Вот вы параллельно перемещаетесь вот одним темпом. Двигайтесь параллельно. Что-то как-то разобрелись туда-сюда. Ну да, одни возле трона стоят, другие уже, считаю, ушли от трона. Ну так ты видел ловушки, на куда кидались? Ну, там надо ближе подходить, РДДшник. Ну, ладно, нахуй. Все ясно, короче. В пизду эту всю залупу. Просто сейчас мы будем, нахуй, по кругу водить вас и все. И там будет все охуенно. Да, да, по кругу, да. Ебать. А то это, нахуй, о, блядь, дальше, больше, ближе. Это залупа, все. Ну, в принципе, тактика нормальная. Не знаю, 25-ку всегда так били. Но с ДПСом у нас напутано здесь что-то. ДПС поебень, параша. Да и гера не было, да. Притон сдох, в ловушку забежал. Ты не видел притон ловушку? Ты вот когда в нее бежал, черную парашу, не видишь, что у тебя там? А я чему выносил обратно, когда забегал к РДД пати, в ловушку попал, бля. Ты попал, ты ее видишь, что она лежит, появляется? Да, бля. Там получается фрейм, бля, черный такой. Ну ты смотри, не забегай. Ты смотри, откуда слечает ловушка, куда летит. Ты должен знать расположение всех ловушек. Так мы хуй убьем. Ты мне объясни, зачем ты ведешь ебалом, могу я туда, в ту сторону. Смотри, вот тебе объяснение, иди сюда. Вот да стоит. Вот стоит лич. Ну резайте его. Вот стоит. Вот, допустим, ты хочешь, чтобы танк стоял в кружке. А милики стоят вот тут в спине, лича бьют. В ромбике, да? Вот нет, тебе. Я не там говорю. Вот смотри, я вот я лич, да, условно говоря. Я стою, и ты, ну, условно, и ты вот меня держишь вот так. Я стою, бью вот здесь. Ну, то есть, и мне, чтобы, например, кидается ловушка, мне, чтобы через тебя перебежать, мне надо бежать вот так через ловушку. А в чем проблема вот танчить, вот условно говоря, вот сейчас вот я лич, да, и ты вот просто меня вот так танчишь, чтобы ловушка кидается на тебе, а я просто отсюда хуякся, сразу побежал, чем мог выносить. Ты что, накурился? Не объясни, а я сейчас как танчил, блядь, по-твоему? Наоборот. Ты, вот смотри, вот сейчас смотри, я это ты. Ты, блядь, ты куранул. Встань в звезду. Вот встань в звезду, Я стоял, вот ты лич, я стоял вот так, лич лицом на РДД. Ловушка появляется на мне, ты стоишь вот здесь, за спиной лича. Как ты через нее бежишь? Если ты бежишь, лича, я провожу в эту сторону. Ты дьявол, мой, что, без тебя курит, что ли? Ебать, пацан на туре, блядь. Просто я к тому сейчас это все начал. Просто мы на том, когда ходили, ты говорил все в точности да наоборот. Вот я к чему все это спрашиваю. Как это я да наоборот? Ты говорил, разворачивайся так и танчи вот так. Вот я поэтому сейчас и спрашиваю, почему ты его танчишь в другую сторону. А я тебе куда говорил разворачивать? Спиной к РДД, что ли? Спиной к РДД, да. А, ну да, наверное, чтобы к шаркарям ближе было выбегать, чаржиться. Ты про это, наверное, имеешь в виду? Чтоб шаркар, наверное, в РДД не появился. Ну да.
Нет, Шаркарь удобнее будет появляться, если лицом поворачивать. Он вот тут будет появляться. То есть он конусом перед лицом появляется. Давай, откуда сейчас начнем? Оттуда же? Вот, не, вот снова. Да какой оттуда же? Ну давай, с краю начнем. Ты, короче, Шаркаря... Лича лицом на тебя? Или от тебя, блядь? Ладно, будешь ловить, от тебя тогда поставлю, чтобы они со спины выносили. По краю вот здесь двигается протопал. Вот по этой стороне. Вот отсюда. И дальше. Это его траектория. С квадратов треугольника. А наша траектория с лечом. Вот отсюда. И дальше в ту сторону. И мы двигаемся параллельно, и все. Все вместе же, да, стоите? Ну да. Имейте в виду, там ловушка, если вы не будете убегать, все улетят. Будем отходить подольше, круг-то большой. Похуй. Зато все будут вместе, все рядом. Кто никуда разбегаться не будет. Короче, Шаркаря, лича к тебе спиной поставлю, будешь там забирать сам. Только когда он двигается. Вот не хватает. Вот, ага. Че не хватает? Дудки. А вот рыба еще. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Короче, полчаса еще. Ты пройдешь через эти мучения. Ну, максимум час. Будете, блять, улетать на ловушках, блять. Целка 10, вон на 8 боссов пойдете, блядь, с нелюблю щиты, блядь. Я его за колонной здесь проведу сейчас. Вот тут давайте милики начнем. РДДшники, стойте вот, вот здесь, вот везде. Сюда лича подведу. 5 секунд. Я перегрю. Секунд 5 побьем, потом дадите это. Геру. Вот ловушка, проходим. Метров 15 сразу пробегаем. Нормально вот так. И встаем дальше. Чума с ловушкой сейчас одновременно. С изражением. Бля, я вижу сагрил. Блять, еще и КДБР нахуй. Ну нахуй это надо, я не буду бить, прыгайте. А что, как-то грустно? Ну а хули грустно? Вот смотри, шаркающий ужас 24 тысячи. Вурдалак 1500, вурдалак 1500, нахуй. Минус холи дринк, нахуй. Что делать будем? Ты помнишь, Рарник, что он не двигается, когда появляется? Этот ебаный шаркарь. Ну да. Таунт. Я кинул тарелку, потом... А нет, таунт, тарелка, и он все равно не пошел. Тебе не надо, чтобы он пошел. Тебе надо сначала, чтобы он вылез, начал двигаться в чью-то сторону, и потом уже все это кидать. А еще лучше подбежать к нему и набирать агро на нем. Все там ударом, щитом, там всей вот этой парашей. Чтобы было агро. Это первый шаркающий. Можно ебалом к тебе повернуть, нахуй. Тогда милики будут и весь рейд будет выносить чуму. Можно в сторону. Сейчас в сторону тогда поверну. Тогда мы будем через ловушку пробегать. Тогда можно вообще спиной повернуть на ход нашего движения. Тогда я буду через вашу ловушку пробегать. Ну лучше я, наверное, попотею, да, в этом рейде, чтобы убить, чем вы. Вы же не сможете. Давай, наверное, так попробуем. Сейчас Биг Дэм спросит, а почему так, блядь, повернули, блядь? Да потому что нихуя не получается, нахуй. Да ну вообще плохо. Ну что, да. Как у вас тут? Вы его, блядь, просто перестанете умирать, нахуй, бичи, блядь, по КД, нахуй. Ну хули Дринг сдох, он там буря у него что-то прокнула, наверное, и убил его Шаркарь.
Просто слег, блядь. Смотрите, блядь, ошибки элементарные, блядь. Как-то я не знаю, что-то надо делать. Рыба стоит. Запускаю луча. Надо попытки побыстрее проебать. Да я понял, это я тупой просто. Сейчас я скилл, блядь, повышу свой, блядь, за 5 секунд. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю. Что-то пристабафы на ХП не вижу. А вот. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики. Как на босс не сможет? По валькам, если что, всегда первый стан дает рарник. Если рарник в вальке, то стан дает холидринг. Если они оба в вальке, нахуй. Или КД у всех, то шектор уже подстраховочный. Тут одна валька. Стан я имею в виду, который 6-секундный. Я знаю, что одна. ТНД. Наебал вас. Агира есть. В принципе, да, тут можно успеть. Ловушка проходим. На равный киловатт. Вот я тебе повернул лича, блядь. Чтоб шаркающий возле тебя появился. Это скилл 80 уровня называется. Ловушка проходим. Почему и одновременно? Все, хуярим. Смотрите, чтобы свое положение рассчитывайте так, чтобы вы успели добежать до спины шаркаря. Ловушка секунду пробегаю. Сейчас он докастует этот пидор. Сори, там кто на твиче стримит. Чума 2 секунды, ловушка 4. Чума смотрим. Шелфир. Ловушка. Рарник, ловушка. Шелфир. Давай тоже пройдем немножко, чтобы не в ловушку вынести вот сюда, давай. Удак кастует на. Ловушка через. После заражения через секунду. Готовимся. Ловушка еще пробегаем. Шаркарь появился в нас. Внимание. Не уешьте. Забирай. Забирай, забирай. Чума секунда. Выносим ловушка. Пробегаем. Притон вынес. Диспел. Отлично. Лич кастует. Побежали. Чё-то ДПСа мало, блядь. Ловушка 3 секунды. Пробегаем. Ловушка около нас пишет. Не наебывает. Вот, бьем дальше. Чума 3, ловушка 4. Смотрим. Ловушка и чума. Пробегаем. Пробегаем. Шаркающий 7, ловушка 7. Мне... Поверну лицом к тебе, бери пару вурдалаков. Лицом к нему повернул. Шаркающий секунда, ловушка секунда. Пробегаем. Шаркающий рядом появился, пробегаем. Рарника захиньте. Так, 0.5% до фазы. Все, там и стой. Заходи, заходи наперед, мы пойдем туда, где ловушка исчезнет. К шаркарю не под... к рарнику не подбегать, к рарнику не подбегать. С него чума, блять. Все, сейчас чума это убьет. Нормально. Бьем гневного духа на вас. Гневного духа на вас. Ножка отвел, чтобы вы не находились под ебалом. Так, на визг души надо нажимать. О, я не успел, ладно. Таймер наебал. Ладно, второго тогда заберу, а ты тогда третьего. По третьему поменьше играйте. У рабника поменьше огрочи, МДК. Хотя... Я похуй, я давай тоже... я с тебя буду забирать. Ладно, сейчас пока не... Ну ладно, похуй, забирай. Перед третьим, главное, перед ебалом не бегите.
все, вторая фаза изи. Ну и третья. В комнате главное за звездочкой бегаете. Переагри, переагри. А, сейчас наберу. Перед ебалом не бежать, я веду прям плечу. Сверки убить. Все, похуй уже. Значит, встаем. Лететь будем от звездочки к треугольнику Вальки. За спину Лича встаем. Фул ДПС по Вальке. Первый стан. Кто там? Рарник дает. Фул ДПС. Вальку разбили. Вальку разбиваем. Осквернение 5 секунд. Давайте уешим. Все, отвожу Лича. Великий, готовимся уходить из подвалек. Осквернение. Вальку добейте, но отпустите человека, ему бить надо, блять. Сука. Также встаем. Сейчас будет Валька одновременно с лужей. Тоже направление встаем. В центре, вот где звезда, нельзя разлить осквернение. Поэтому по команде 2 милика выбегаете. До железного кольца, примерно. Секунда Валька, 5 секунд осквернения. Вот Валька. Спускается секунда осквернения, выходим с центра все. Полидринк Вальке. Полидринк Вальке. Значит, идем его бить. Все, бьем его. Лича вместе с ним ставлю. Просто уешим. Все, разбили. Теперь на полукруг рассасываемся, с центра уходим. В центр не заходим. Сначала разольется лужа, потом возвращаемся к звезде. И вставайте в зависимости от звезды в ту сторону, чтобы в искренне не лететь. Прямой линии. Скорнение секунда, Валька 5 секунд. Все, возвращаемся в центр, бежим уже. Вот. От звезды, вот между этой лужей и порталом вы полетите, Валька ваша. Бо Валька схватилась. Блять, меня забрала Валька, бейте сильнее, там еще скорнение. Бейте сильнее. Скорнение 12 секунд только. Давайте хуярим. Только в лужу не заступите в эту. Все, милики ушли оттуда. РДД с рейджа бьем. Холидринк, убегай оттуда, лужу разольешь. Осквернение секунда. На мне осквернение, подожди. Все, теперь идем. Теперь обратно. Идем сейчас вот это в треугольнике исчезнет. Мы этот в треугольник полетим также. Должна вроде исчезнуть. Короче, Валька 5 секунд. Вот исчезла. За спину Лича встаем. Идите сюда. За спину Лича встаньте. Вот Валька схватила фул ДПС по ней. Осквернение 3 секунды. Все, из-под Вальки ушли, из-под Вальки из центра ушли. Осквернение разольете и идем Вальку бить. Разлили осквернение и Вальку идем бить. Хил, 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 хил! Так, что там следующее? Валька с осквернением одновременно, да? Давай. Ту же позицию. На полукруг будете выбегать. Милики, выбегайте на полукруг. Валька со скринением одновременно. Это пятая, по-моему. Вот, смотрим искренение. Танка понесла. К Вальке не неси. Вальку все бьем, мало. Просто замедляйте, замедляйте. Давайте стан. И после него еще стан большой. Быстренько все через Вальку играем. Надо переводить, наверное, да? Ну, конечно, конечно. Вальку добиваем. Все, теперь фул полечу играем. Осквернение, значит, 7 секунд. Сейчас на. Сейчас разольем осквернение и пойдем на край. До Вальки еще 12 секунд. 1%. Разливаем осквернение. Только вы там в центре нет. Беги к нам. Не туда, не к трону, а к нам беги. Ну сука, сейчас зима. Это, массейва нету никакого, дайте массейв. Сейчас смотри, сдохнут нахуй. Ебать чудо нахуй, пиздец, я прохилил. Ну, гимн сдал. Это был топовый гимн в моей жизни. Первый и третий мой, второй, четвертый. И я руку слил. Ну, что, просто с тебя забирать буду? Нет, нет, нет. Второй, четвертый забирай. Полностью. Смотрите, сейчас вомен второй рарника будет. Вот этот дух новый. Пока этого добивайте, того сильно не уешьте. Вот он на этом уже поднабрал. Ну, там 50 только, 60. Смотри, не сорвите. Все, дыхание было, уже можете срывать. Это шутка, блядь.
Это, захильтесь получше, там, блядь, хиль хэва. Это. Бейте сферы. Сферы бейте. Сферы в одной точке вас стоят, вы все в них, сука. Много сфер. Вы будете сферы, сука, бить, алло, нахуй. Или вы вайпануться пришли, блядь, на третьей фазе. Забирай четвертого. Третьего духа воидовского бьем. Блядь, они стоят далеко, пиздец. Одного можно бить. Сферу убейте, шп, сука. Все, сейчас все сможете. Сферу еще добейте одну. Хил, хил. Ебаная комната, блядь. Бежим за этим. За кем? Все, все это самое. В звездочку собираемся. И пошли за мной. Идем на край. Нахиливайтесь. ШПшники, щиты себе давайте. Духов бьем, подлетающих. ШПшники, это только вы сможете сделать. И Хэлла тоже бьет. Бежи, бежи, друид. Друид не отставай. Там буйный рост, там вложение, и все, больше ничего не тыкай. За войдом, смотрите. Дух вот на нас летит. Вот, нормально. Пробегаем сюда за угол. Тут стоим 2 секунды. Пошли дальше. Сейчас впереди хлопнет. Пробегаем еще. Все, выход, осквернение, расходимся. Подъебало духов, не забегайте сейчас. Все это ауешим, всю хуйню вместе с лечом. Лича забери. Лича забрал. Подъебало, не забегайте, смотрите, аккуратно ведем. Так, на мне жнец, сразу незыбку сдам. Ауешьте всю эту хуйню. Ай-яй-яй, забрал. Ауешьте. Дух забагался. Да как забагался? Добивайте его, блядь. Осквернение 2 секунды, разбежались. С осквернением выходим. Блядь, будет он духов? Он, наверное, духов даст и немножко в центр отойдем. Вот немножко в от края отойдите от лича, а то он в комнату заберет, выкинет потом с платформы вас. Вот сюда немножко отойдите. Все нормально. Сейчас будет. Уйдите, чтобы я духов потом ловил сразу. После комнаты, короче, выйдем, Геру дадим. В комнате также двигайтесь, также подхиливайте друг друга. И по мане смотрите, чтобы все было у вас фул. Также звездочку ищем. Пошли за звездочкой. Главное, подлетающих духов к нам не допустите, они нас хлопнут. Вот этот вот. Вот еще дух летит. Все. Такие маленькие перебеж. Главное, фул хп себе держите, иначе ну, бомба пол хп снесет, можем не сдохнуть. Если хп не фул, будет подохнуть. Вот дух летит прямо в нас. Дал ему оковы. За угол забегаем. Секунда, выход. Осквернения разбежались. И за лечом идем. Уйдите от духов, уйдите от духов. За лечом идем. Убегайте оттуда быстрее. Духи спускаются через секунду. За лечом прячемся. Так, духи летят. Я половлю там. Лови, лови, лови. Ты только пачку не лови там. Бля, я поймал пэса, зачем? Да ладно, нормально. Осквернение. Все, за лечом сразу идем. Хилы, РДД, сразу идем дальше. Это секунда осквернения. Да, надо было. Вот я вынес осквернение. Все, идем за лечом. Давай, Бэл. Спрячься. Не, уже не надо. Рано, поздно, поздно уже. Поздно. Сейчас уже комната скоро будет. Бля, духи. Хил. Да, нахуй. Бля, 3-2 духа осталось. Если что, да, ничего страшного. Незыбка была, все в комнате. За звездой идем. На фул захиливаемся. Пошли, пошли. У меня сейфис еще есть. Че, выйти дать? Че дать? Когда выйдем, да? Сейф, да? Каплю-то. Ну только что на жнец. Не-не-не, масса крам есть. А, масса крам. В углу тут стоим. Сука, в углу в звезде, блять. Сейчас она хлопнет. Все, пошли. Смотрите на звезду внимательно. Пошли вот сюда, звезду подальше. Все, по стеночке идем. Давайте быстренько пробежим вот сюда. Да, сейчас надо будет разбежаться, если что. Вот здесь стоим. Двоих задело. Давайте через эту бомбу тоже пробегаем. Далеко. Все, осквернение выносим. Разбежались от осквернения. Давай, Геру. Да, идите, давайте, идите. Геру. Все, духов хлопнули нормально.
Так, сейчас жнец по мне хлопнет. Все, хуярьте. Сейчас еще духов призовет он. 10 рейв надо? У меня если что, бабл будет на духе. Да, давай. Ну, баблом похлопаешь. Оскорнение секунды, разбежались. Все, отбежал, отбежал. И к нам. Что-то духов не дает. А он в комнату затем. А нет. Все, уводи, уводи. 4% добьем, наверное. Не, уводи, уводи, уводи. Может еще комнату успеть кастануть. Вон, через 3 секунды. Процент еще не добьете. Вот комната последняя. Короче, комнату проживаем. Я духов ловлю. Да там ты даже их ловить не будешь, там добьют уже лича. Все, за звездочку идем. К звездочке к порталу сбегаемся. Кучкой. Все, идем за звездочкой также. Против часовой стрелки. Главное у вас, вы когда бегаете, должно быть так, что вы и не отстаете, и вперед забегаете. И если я вот, допустим, ну я-то пробегаю, видишь, побежал, встал. Вы должны быть готовы пробежать быстро. Питон умер. Да похуй. Ё-моё. Короче, сейчас. Тебе капли надо бабл дать. Да, как с выйдем? него спадет берса, если что. Нет. Капля бабл. Три секунды будет берса, когда мы выйдем. 3 секунды. Прохилитесь, блядь. На хп дать. Ну все, убил, да. Ну давайте бабл там, хуй знает, что-то давайте. Иначе не добьете. С лужи только выйдете. Из лужи выйдете, блядь. Ну что там? Рарник, хулидринг, нажимайте. Заберите, добивайте его, блядь. 1% остался. Блядь. БР дайте, БР. Вот. Кому-нибудь. Шляпнул. Что, серьезно, что ли, блядь? Пизду нахуй. Лол, блядь. А тебя... 300 бабл тысяч. Бабл кап не дала? 3, 2, 1. Ну ё-моё, 1%. Вот у нас в прошлый раз такая же хуйня была, у нас просто тело умерло, блять, и мы у нас всех пошел там. Меньше 50% осталось. Ну, вот, то есть 50 тысяч. А чё он это, не таунтится, что ли, когда в берсе? Да. Опять все это 15 минут. Да я, блядь, не умер, я вылетел, сука, в комнате. У нас берсада пошла. Ну, блядь, сейчас. Могу сказать, блин, пиздец. А что у вас с баблами? У Рарника, Хулидринка там? У меня был бабл, я под баблом вышел. Я не успел тебе просто каплю сунуть, тебя сбрило. Так надо было ее сунуть до выхода еще там, блядь. Там же не, показывали. я до выхода дал, все равно его убил. Все похуй, проебали. Он еще лезть бы в осквернении стоял, блядь, нахуй, я его убить не мог. У вас 50 ТК осталось до 10%. Не резайтесь резче как-то. Ну чё вы там дрочите, блядь? Вальки. Какой-то бит, блядь. Не падать духом, ща убьём. Зашли, блядь, начали нахуй, блядь, сферы ловить, нахуй, хуеры, блядь, всё подряд, блядь, сразу. Да ладно, убили сейчас, сейчас убьёте, чё? Да это 15 минут сейчас, нахуй, сейчас опять начнём. Да нет, убьёте, наоборот, почти убили. Ты, блядь, чё такой негативщик, блядь? А мы в прошлый раз так же 2% оставили. Весните этого бича. Алло, блядь, долго пиздить? Почти пиздили. Добили, наоборот, надо, блядь, сейчас алло, убьёт. Сука! Вы что, пришли попиздеть, нахуй? Это тело лежит, вот оно, блядь, резайте его. Пиздец. Вот рыба. Босс запускается. Еще Халёна надо убить, блять, в РСке, нахуй. Там посмотрю, какой метки будете выносить. Тут нех убить, блять, все простое, блять. Главное глаза раскрыть пошире, блять. Притон не вылетай, и этот самый... ну да, СС по друиду, в принципе, единственный БР и 7 минут, когда он... И шипешники, помогайте Хэлла там на сферах, нахуй, на второй фазе. Какую-нибудь там ракету, хуй знает, запускайте. Потому что из сферы хотя бы расходитесь, 2 луча в одну цель идет, там чуть ли не падает рейд. И на край, когда мы идем, на переходке, блять, поближе оказывайтесь к краю, чтобы вы прыжок сделали и не фул хп проебали свое. Как... Там мог быть вайп, там пиздец вас шелфир спас.
Шектор, и перед второй перефазой отдашь ауру. Я маздам. Аура у этого. Ну я заберу сейчас. Я на первой сдам, отдам потом. Окей, потом перенимемся. Геру, давайте. Пробегаем. Отведи Шеркаря. Чумач, секунду с ловушкой. Побежаем, пробегаем. Ловушка, секунда. Проходим. Пидор кастует, осторожно, блядь. Когда он кастует, не попадитесь в ловушку. Чума с ловушкой одновременно сейчас. Пробегаем. Бигдэм. Чуму не вынесли, чуму не вынесли, сука. Вниз бигдэм. Да, все. Так, Шаркарь 3 секунды, ловушка. Он Шаркаря вызвал почти возле тебя, нормально. Ловушка с чумой одновременно сейчас будет. Готовимся. И то смотрим. Да, лишь бы на меня не кинулась. Проходим ловушка. Кулидринг. Угу. Блядь, я что это? Убил. Спрыгаем с платформы. Сука. Это вайп называется, вот что. Я убил вас. Ты можешь его это, ну, на нас не поворачивать? Конус 120 градусов. Не 180. 20 градусов. Лесай там. Блять, Притон, зря ты, блять, бежишь. Сейчас бы суманули. Лесай, кто тут лежит? Когда только это. Да там друид. А, ребята, блядь, завязывайте за лупой всякой заниматься, блядь. Либо стоит. Где Хулидринг Шалфир? Все, прибежали? Все, вон рыба стоит. Запускаю. Я хочу, блядь, друидом потанчить. Не знаю, мне ДКшникам что-то не нравится. Ну, конечно, живучий, охуенный, друидом. 1-2-3, блядь. Пиздец. Топ ротации. Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч. СС есть, Притон? Нет, 1-8 КД. Ну, ты скрафти, чтобы камень лежал, может, в конце там пригодится. Тебе с пула стерей не надо? Ты, короче, говори, когда ты, блядь, свою хуйню прожал, скажи истерию, блядь. А то я так хуй кину. Ты можешь сейчас за 2 секунды кинуть истерию, я потом просто сам свой бурс на жму, когда мне надо. Ага. Вот сейчас кину. Геру, давайте. Я у тебя там агро идет, блядь. Пробегаем. Ну, видали скилл, блядь? Как я Шаркарям призвал. Чума с ловушкой одновременно сейчас смотрим. Пробегаем, выносим Шалфир.
Ловушка, секунда. Подбегаем. Нахуй вы стоите так? Ну, чтобы мы больше пробегали, что ли, ночью? Чума 2, ловушка 3. Хэлла чума. Ловушка, пробегаем. Наперед не вставайте на наш ход движения. Надо бежать через ваши ловушки. Ловушка, секунду. Пробегаем. Он стоит, кастует, смотрите, осторожно. Шаркань. Чума 3. Чума 1, ловушка 2. Все вместе. Бежим. Кастует, не залетите в ловушку. Че там у него процентаж, нахуй? Что-то долго, нахуй. Я не согласен. Рарник, пробегай. Проходим далеко. Далеко проходим. Нам чуму выносить через 3 секунды. Тут встаем. Смотрите, чтобы вы до него добежать успели. Чума с ловушкой одновременно. На рарнике опять. Будете чуму выносить, в ловушку не забегите. Вот. На шаркане на маленьком может быть. А нет. Вон он бегает, моб за ним, но есть чего? Нет, не было вроде. Я вынес. Ловушка, там. Секунда. На рарнике, пробегаем, да. Все вместе. Шаркарь очень далеко за нами. С глазами его найди. Все, лич пошел, шаркаря. Отходим за звездой, шаркаря он заберет. За звездой назад, в противоположную идем. Рарника захиливаем, частицу ему дай. Маз дал. Че, на трэше что ли? Где трэш? А че ты так далеко? Блять, пошли к нему подойдем поближе. Гневный дух сейчас дыхнет, из-под ебала уйдите. Там чумы нету в трэше? Я не знаю. Блять, да уйдите из-под ебала, ебаный вагон нахуй. Я не знаю, есть там у тебя чума или нет, посмотри. Шар будете бить? Бля, она долго разгоняется. Ну, наверное, возможно. Да, шарка, я пойду побью. Да подожди, надо, там чума. Там чума, не подходите, то бейте гневно. Умрут они нормально, все будет. Так, дух последний, готовимся. Блять, на мне сейчас дыхнет, блядь. Да уйдите из-под ебала. Подъебало не бежать, да сука, да ебаный ваш рот, нахуй. Захильте его. Диспева. Так, что там у него? Забирай Фрост Тауру. Кличу, подбегите. Забежаем. Что это, лок? Ебать. ПСа. Какого хуя ПСа? Замедление. Фулл ДПС по этой хуйне, по вальке. Осквернение 3 секунды, вышли милики. РДД добиваем. А кто улетел, блин? Улетел? Да. Я не буду бить нахуй, давайте заново. Надо БРить его. Не, БР есть, да, бить. давай БР. Точно. Сейчас осквернение одновременно служи. Захиль. Да я, блять, просто Че? Рот ебал нахуй. Говно ебаное нахуй. Сколько вас учить, блять? Прыгайте нахуй. Говно, блять. Я ебал такую хуйню, блять. Какого хуя ты стоишь, нахуй, на краю, блять? Вальку ждешь, чтобы, блять, быстрее улететь? Под заражение вставать, все, пиздец. Не, все запомните эту хуйню. Не вставайте, пока не прошло заражение, блять. Бежим быстрее, блять. Кто последний прибежал, тот пидор. Я, блять, только загружаюсь. Жестко. Я только прогружаюсь, еще так что у вас есть шанс. Ну, Биг Дэм лежит, значит он пидор. Вот так. Ну хули, блять. Зато я вальку высмотрел. Приветствую. Хоть раз-то в жизни надо, блять, вальку сами. Ребята, нахуй, завязывайте вот эту всю... Залупы, вот эти все маленькие косяки, которые приводят к вайпу. Ну, это просто не должно быть такого, блядь. Сделайте все один раз правильно, блядь.
Вы же можете, блядь, вы РДД сразу уйдите на подбос, и с подбоса бейте двух. Отдай фростауру. Не дам. Я же рыбы стак проебал на вас, блядь, на вашего ебаного лича 10 гер, блядь. Он даже еще не резнут, и я прибежал, блядь, запустил лича. Ну что, дрочите, что ли, или что, блядь? Бэра нет, СС, наверное, откатился, да, блин? 4 минуты. Ну вот, видишь. Получается, СС быстрее Бэра откатится. Может, сразу дадим на ПС? Надо метки с вас снять, да? Ты пройдешь через эти мучения и будешь... Хвайленые силы света пришли. А представь, нахуй, остальные типы в гильдии, которые вообще неопытные, как они сюда даже хуй дойдут. Вот поэтому 25-ки должно быть 2 десятки. А 5 человек, это как всегда. Там 2 десятки можно, я говорю, надо вон, чтобы Биг Дэм нахуй ДК танчил, Рарник ему танчил, а я с Холидринком 2 десятку. Только так. Как блядь. Раз 20 человек убивает опять, ну похуй сдохнут, вот она как раз и вкусно. Надо на следующем КД так делать, чтобы 2 было. Так, Гера была? Вот. Ну так и сделаем, хули. Баный лич, нахуй. Смотри, блин, я запульнул. Только... Имей в виду, Рарник, только ты это... Чтобы до тебя люди добегать успели. Эсса умер. Диспель, диспель, выноси след. Я прыгаю просто сразу. Прыгайте, хули, не дрочитесь там, прыгайте сразу. Ой, блядь. Скоро летать научимся. Да, ну ты, блядь. Я полежу, нахуй. Чё, как дела, пацаны, блядь? Может, анекдот какой рассказать, нахуй, или чё, блядь? Про прыжки с горы? Для увеселения, блядь. С горбатой горы. Про клоунов рассказывай, как они ебут. Да сейчас убьете, да, блядь? Все, что там? Все, пиздец, блядь. Бэсэ, у тебя там нормально все, блядь? И что там? Не слакайте, нахуй. Чумаловушка, блядь. ПКД одно и то же все. Валька скрин. ТБН показывает вам прямо перед лицом. Все показывается, пиздец. Там видно, блядь, его. Ну как видно? Там все видно. Я не смогу все за ручку каждого провести. Есть задержка в Дискорде. У меня своя реакция есть. Ну, смотрите, начинайте смотреть. И слушать, и еще и самостоятельно смотреть, своим мозгом думать. Иначе, там, блядь, не надо смотреть, там надо понимать, что, рыб. Блядь, переходка начала, ну, перешла 32-я фаза, сейчас, блядь, будет варика, нахуй. Она будет, блядь, брать людей и нести их вниз, блядь. И на краю обрыва стоять в это время, ну, никак нельзя просто. Вообще. Костя, ну, последнюю рыбеху съел. Не, я тоже. А, хули. Вставайте. Запустил, бафается. Вам на баф 30 секунд. Жрите резче прям. Убаф и жрите. Сейчас нахуй уже 10 попыток осталось, нахуй. Все, проебали сегодня 40 попыток. По 2 отнимается, что ли? Да я хуй знаю, походу, блядь. Да нам вообще по 5 надо отнимать, нахуй. За такую хуйню, блядь. Нехуй бояться здесь, ребята, блядь. Просто разуйте глаза, блядь. Тут вообще реально как бы и тактика нужна, и ДПС хороший. Тут все надо хорошее прям. ГЦ, прыгаем. Это рекорд. Это рекорд. Давайте самый быстрый лайф. Есть там кто-то нахуй на замене, блядь?
какой-нибудь лог там, желательно 20к ДПС, блядь. Мистери, блядь. Давай на пати. Два кина возьмите, он сидит. Возьмите, да, поменяйте, у меня инет пиздец вылетает. Давайте, он 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Сейчас давай еще на спалайку. Урона. Пацаны, да он был с нами? Да, блядь, у нас притон вылетает, нахуй. О, может некромантику взять, нахуй? Ну, а сейчас мы себе замену наберем, нахуй. Давай, а что, мистер не может или что? Я не знаю, нахуй, спросите у него, блядь. Или он не умеет. На лича 10 герц тактикой, нахуй. Есть люди? Некромантика бил, по-моему. А у меня КД сейчас словил, я с пугами. Все, давай. Давай, давай, давай. Давай до следующей недели. Да не, ну думал, упадет труба, сука, не упала. Это, сейчас притон подбегает. Здесь, конечно, мультики говорят, блядь, можно второй раз собрать, или тебя, блядь, пугаешь, блядь, когда нахуй вообще угораете, блядь. Я могу попробовать редукнуть полностью модель. Да не надо. У меня время. Алло, блядь, хули вы расфлудились, нахуй? У нас тут, блядь, мы, блядь, не в РБК сидим, блядь, по 5 часов, блядь. Притон, подбегай наверх, ставь шкаф, один челик офнись, нахуй, чтобы мы суманули некромат. Даваки на замене, блять. На второй рейд у меня нет времени. А, это... Некромантика. Я не эти кресты, баху, я по каскам. С крестами, с кулаками, у нас два паладина еще. Некромантика тут, нет? Диси? А меня... тут я, тут, нахуй. Все, у меня два... Позор, блядь. Позор в натуре, давай, сейчас не вылетишь, нормально убьем, блядь, с тобой, блядь. Этот, 10 секунд у меня еще, БР, не хуярьте. Кто-то офнитесь, тело какое-то, выйдите из мира, чтобы мы суманули челика 10-го вместо притона. Нахуя шкаф поставьте просто, блядь, и пусть... Ну да, пусть, пусть портанется, да. Все, короче, да. Вот шкаф есть. Ну, давайте я еще СС дам друиду, да? Да, да, в натуре, ебать. По-моему, там, когда с инста выйдешь, СС спадет, блядь. Ну сейчас проверим. Должно быть так. Ну давай, телепортируйся. Да, Вакин, ты... тебе спать и не надо ливать? Ну тут мы некромантику пока берем. Ну-ка смотрим на друида. Оп, СС-а нету. Это знаете, почему так сделали? Потому что на Офи в 2009 году этот... Багаюзеры так мутили, да? И ВК-25 убивали. На 25 финков локов зашли. Это, рыбу ставлю. Все СС-а кинули, да? И сессии кинули, да, типа на последней фазе, что если сдохнут, то можно встать, да? А там встаешь, там маны немножко, и хп. Некромантика, бегаем по краю. Фарушек все вместе выходим. Чуму к шаркарю. Хорошая тактика. Но для 25-ки я хуй знает. Тоже, в принципе, ну не знаю. Вдруг у кого-то реакция или лаги какие-то. Там по-любому будут лаги. Да куда без лагов, ну? Да. Десятки, конечно, комфортнее. Войт. Чего? Над руля СС? Да. Давайте, блядь. Да, забей да. На эту. Давай. Крест. Паладина, дайте какой-нибудь крест по друиду. Один из... Мистерию дал уже, да? Проходим ловушку. Да, он висит. Вот у меня персонаж. Ловушка с чумой одновременно смотрим. После заражения. Пробегаем. Чума, друид. Че, рано диспелить? Да, да, да. Рано, рано. Некромантика выноси. Диспельте его, но... вот он. На мелком. Ищи, выбирай мелких нахуй. Вы перебирай мелких, на ком из них чума. Ловушка. Уже шаркачем, на шарке. Далеко бежим, далеко бежим. Ловушку наперед зачем льете? Пидоры тупые. Ёбки. Говно ебаное, нахуй. Прыгайте вниз, нахуй. Вы что, дауны? Падайте вниз. У вас, блядь, что, как пить нахуй. Давай, рис. Похуесось их, похуесось. Я-то мало хуесос, я добрый, блядь. Просто замените тех, кто слакает. Да, ебать. Тут не среди. Пересобираем просто, нахуй.
чисто Войт со злости, блядь, заставляет первую и вторую пати нахуй РБК пикнуть, блядь, и все. Mm-hmm. Два хила, два танка. Вот вы мне скажите, или кто там, или ПС, или Некромантика пришел наперед пробегать, и вы что, сука, долбоебы? Или что нахуй? Не, ну там ПС. Ой, еще... страшно, я побежал. Мы ПС идем, мы идем от ромбика в кружок по этому направлению. Нахуя вы на ход нашего движения, сука, льете, встаете, чтобы чума, ловушка кинулась на вас, и нам надо было бежать через вас. Вы видите, лич кастует через каждые 2 секунды, нахуй, он стоит как пидорас. Как его милики, сука, в ловушке будут бить? Челик подлагает на полсекунды, вот в этой ловушке он через нее будет бежать, и пятка ее заденет и улетит, как сейчас было, нахуй. Гуси, сука. Резче, резче бэримся. Вот у меня, сука, 36 секунд. Мы так часто вайпаемся, что у меня, блядь, сука. КД уже пошло, блядь. У меня 2 минуты хуярит, было. Ну. 30 секунд КД, блядь, так что ждите, нахуй. Пиздец, ебать. Ой, блядь. Нет, самый быстрый вайп это был в прошлом. Ну так он вылетел при тот сразу. Хули бить-то, блядь. Я понимаю, если бы мы все там по двадцатке давали, а у нас вон там 2 по двадцатке, 1 17, потом 15, потом 10, нахуй. Ничего делать, блядь, нихуя. Секунда, встаю. Вот рыба, блядь. Вот а лич. Чё, нету никакого энха? Вот лича запускаю, лич запущен. Нету, да, сегодня энха. Ну ладно. Так бы энха бы сюда запустить, он поболее меня будет давать. Ну да. Кисы призана нету. А есть масло на пометку, у нас же закончилось все.